Чтобы ответить на все вопросы и решить грамотно и профессионально возникшие проблемы, необходима квалифицированная юридическая помощь. Нарушения жилищного права могут быть самыми различными, как по своему характеру, так и по своей сложности. Например, очень часто возникают ситуации, когда жилое помещение занимают лица, утратившие уже свое право на проживание в данном помещении. В этом случае юрист разрабатывает, реализует необходимый комплекс мероприятий по освобождению от проживания жилой площади вот этими нежелательными лицами. В случае, если у вас возник какой-либо жилищный спор, лучше всего обратиться к юристу. Причем сделать это желательно как можно быстрее. Туроператоры зачастую нарушают права туристов, отказываются возвращать полную стоимость тура, затягивают этот процесс. Для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, занять выгодную позицию и надлежащим образом представить ее, в том числе в суде, тебе следует обратиться к юристам. Право отказаться от туристической путевки без обращения в суд туристу предоставлено Гражданским кодексом Российской Федерации, законами о защите прав потребителей и об основах туристической деятельности Российской Федерации. Отказ должен быть представлен туроператору в письменном виде, и в нем, в том числе, должно содержаться указание на причину отказа. Среди возможных причин отказа от путевки выделяют следующие: ухудшение условий путешествия, изменение сроков совершения путешествия, непредвиденный рост транспортных тарифов, а также болезнь туриста. Долги и взыскания – одна из наиболее злободневных проблем в финансово-хозяйственных отношениях, в современном предпринимательстве, в бизнесе, да и в отношениях простых людей. Для того, чтобы долг созрел, скажем так, то есть чтобы его можно было требовать и взыскивать, необходимо, чтобы наступил срок платежа. Срок платежа у нас указывается в основном в документе, из которого возникают обязательства. Этим документом чаще всего бывает либо договор, либо расписка. Работа юриста напоминает работу врача. Болезнь лучше вылечить на ранних стадиях, а еще лучше заняться профилактикой. Юридически подкованную инструкцию для тебя подготовила Татьяна, дежурная по рубрике.